хочется любви, внимания, забот о ком-то. Ну, вообще продолжает быть женщиной, несмотря на вдовство. И эта пьеса не кладбищенская, как можно показаться по тексту, потому что она жива, ну, как сказать, жизнеутверждающая. Нужно продолжать жить, нужно продолжать радоваться чему-то, помогать детям, внукам и тому подобное. Мне эта очень роль близка, и мысль в пьесе тоже близка.